Министерство экономического развития Мурманской области объявило конкурс бизнес-планов. По его итогам начинающие предприниматели могут претендовать на получение стартовых грантов в виде субсидий на создание собственного бизнеса в размере до 300 тысяч рублей. В конкурсе могут участвовать претенденты, успешно прошедшие обучение по тренинг-курсу «Начинающий предприниматель» и имеющие сертификат министерства, не зарегистрированные как субъекты малого и среднего предпринимательства или зарегистрированные, но не более одного года назад. К участию в конкурсе также допускаются претенденты, не проходившие обучение по тренинг-курсу, но имеющие диплом о высшем юридическом и или экономическом образовании. Консультацию можно получить по телефону в Министерстве экономического развития 8 815 2 486 552 или 486 542, в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе 8 815 55 6 12 25 6 12 35, в администрации муниципального образования Кандалашский район 5 61 41.